Меньше месяца остается до старта проекта «Внутренние воздушные региональные перевозки пассажиров» в ПФО. Он экспериментальный. Суть его в том, чтобы стимулировать внутренние воздушные перевозки в Поволжье. Пока оговариваются сроки с 1 апреля по 30 ноября 2013 года. Соответствующее постановление премьер-министр России подписал еще в январе. Авиакомпаниям, которые осуществляют внутренние региональные перевозки в Поволжье, государство возместит половину стоимости билетов. Это значит, что пассажиры будут оплачивать лишь оставшуюся сумму. Расходы, которые берет на себя государство, будут возмещаться из федерального и республиканского бюджетов в равных долях 50 на 50. Воспользоваться льготой, то есть оплачивать только половину стоимости билета, смогут все пассажиры. Республика уже определилась с перечнем маршрутов и количеством авиарейсов. Из Чебоксарского аэропорта самолеты будут летать в Самару. Это 10 авиарейсов в неделю. Саратов – 7 и Уфу – 14 авиарейсов. Предположительно, билет до Самары будет стоить 5 860 рублей. Пассажиру нужно будет заплатить лишь половину, а это 2930 рублей. Все остальное компенсируют федеральные и региональные бюджеты. Перелет из Чебоксар в Саратов обойдется всего в 11 828 рублей. Из этой суммы 5 914 должен внести пассажир. Чтобы долететь из столицы Чуваши до Уфы, понадобится 8 789 рублей. 4 395 рублей из них платят желающие воспользоваться перелетом. Ожидается, что пилотный проект оживит воздушные перевозки в регионе, увеличит пассажиропоток и поддержит убыточный Чебоксарский аэропорт. Авиаперевозчик будет определен на конкурсной основе. И до 15 марта Росавиация заключает с авиаперевозчиком договор на представление субсидий. Объем ассигнований в бюджете Чувашской Республики необходимые заложены. Это сумма 5 781 тысяча рублей. И соответствующие средства в бюджете 2013 года предусмотрены.